Спонсор. Все Майки.ру – один из лучших сервисов онлайн-печати. Огромный выбор одежды, аксессуаров с оригинальным дизайном. 3D-футболки, толстовки, чехлы, кружки и многое другое. Удобный заказ, качественные вещи и быстрая доставка. А для моих подписчиков промокод на скидку 10%. Ссылки в описании. Бдё-бдё. Кто-то напердел. И такой динозавр. Опа-на. Калаш он будет пробивать. Получить мне мой подарок или нет? Да нет. В смысле нет? Ты получишь свой подарок. Ой, бля. Ёбаный. Чё хочешь, то и получишь, говорит он мне. Ну давай я это получу. Пиздец какой-то, да? Прям, да, вообще пиздец, я так тебе скажу. Понимаешь, когда потасовки не рандомные, то играть веселее всё. Я даже не буду этими трогать, я просто так вот сделал. Ага! Попроси Своти песенку замутить. Своти песенку замути. Плиз. Не буду я мутить песенку. Вот так, слышал? Он не уважает вас всех, зрителей. Он срёт на вас прямо со своей яхты. Окей. У меня подарочек в подкрепление пошел. Давайте посмотрим, что здесь. Show me the money. Money, show me the money. Кто там убил-то? Show me the money. Ах ты ж. Это лучше. Это лучшее, что я смог придумать, сори. Сори. Я сделал все, что мог. Но я очистил все твое говно, которое там лежало. Я такой... Неплохо. Уходите. Он тут не рад вообще. Ту-ту-ду. Ту-ту-ду. Я оскорблю. Ух ты, заебок. Даже ящик будет тебя бить. Да, но это идет мне в бонус. Какого? Почему он тебе идет в бонус? Я не понимаю, в чем здесь логика? Ох, потому что ты... В чем здесь-то логика? Типа я его уничтожил, потому что мой ход идет. Все, что... Все ящики, которые умрут в мой ход, они идут в мне. Да не важно. Ёпта. Ой. Вот и дундук. Затролел. Вот заебись. Ну просто эти карты... Одна лучше другой, честно сказать. Ту-дю-дю. Ту-дю. Ту-дю-дю. Ту-ду-ду-ду. Ту-ду-ду. Ту-ду-ду-ду. Ту-ду-ду. Ты все равно проиграл. У тебя глыба? Естественно, у меня глыба. Серьезно? Естественно. Абсолютно серьезно мне говоришь, у тебя глыба? Ну вот смотри. Это глыба? Ой, бля, брат. Я просто не знаю, я недавно играю в Hearthstone, это глыба не знаю. Ой, блядь, минус один. Не хватило там буквально. Ой. Ну хуйня, но это было ладно. Это было ладно. В лицо, серьезно, ни одного паука убить не хочешь. А зачем, они же тебе бонусы дадут. Вот сам иди и разбирайся, блядь, с ними. Кого бы пристрелить? Кого, блядь, пристрелить, честное слово, не знаю. Но что я знаю, это то, что у меня дохуя фигни. Блин, достал. Вот это сейчас будет фигня, и он тебе будет шары эти давать тупо. Просто пиздец, наспамил говна в руку. Ну что это вообще, а? Слышь. Ну, угадай, какие из них секреты. Чё делают вообще? Дело сделано. Ну ты уже, в принципе, проиграл. Ну посмотрим. Я не знаю, если у тебя что-то там в руке, неожиданно есть. Я такой, опа, чё? Ну, хотя бы не это, да. Хотя бы не сразу сдохли, ты такой, да. Опа, чё? Да какого хрена? Что это вообще? Смотри, сколько карт зато ты получил. Опа, опа, чего? Какое говно.
Ты активировал все мои ловушки. Ну, знаешь, ты еще хорошо отделался. Даже твоя собака не понимает, как так вышло. О, у меня хорошая карта была. Прямо в тему, смотри. Ага! Ага! Давай еще мне один. О, заебато. Да я уже просрал. Ты думаешь? Ты действительно так думаешь? Ага! Ой, у меня ходы кончились. Я не знаю, у тебя-то, наверное, или... Окей. Окей, да. Ну, я тебе помог. Может, ты не просрал. Ну, нет, на самом деле, просрал. Не, на самом деле, да. На самом деле, я не знаю даже, как ты можешь выиграть. Этот матч когда-нибудь закончится? Зачем мне держаться в саде, когда у меня есть одна карта, которая убьет тебя сразу? Какой 10 урон, что ли, глыба? Да. Тебе дали глыбу, серьезно? Да. Тебе дали глыбу? Да. Сука, ты не достоин глыбы, это не глыба. А это? Давай, нападай. Это глыба? Ага! Ага. Ага. Что, получишь свой подарок? Ты из-за этого радуешься? Да. И не только из-за этого. Ай, бля. Ну, конечно, да. Падла. Просто, сука, падла. У меня такой смешной ход сейчас будет. Ну, давай. Че, у тебя овца урон... А, ну окей. Вот ты про это, нет? Ох, пиздец, что мне дали-то? Охереть, что это такое вообще? Я еще одного такого паука получил. Да ёпта, ты серьезно? Блять, ну говно за говном, просто пиздец. Сколько у тебя этих ёбаных карт вообще? Еще ящик стал стоить 5. Ай, блин. Слава богу. Ты достал со своими глыбами. Ну, извините. Сейчас секрет за секретом пойдет. Так, опачо, опачо, опачо. Опачо, 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 опачо. На рывок, да. Прям. Да. Но мне надо тебя убивать. Ну, если ты успеешь. Дай мне посчитать. Ну, посчитай. Такой думаешь, вот как сейчас выиграю. Нет, на самом деле мне лежала глыба. Я такой, сейчас я ударю этим, она сдохнет. Я спокойно одержу победу. Чё-то ни хрена. Ой, ну это была просто победа в книге. В аналы истории войдет. Обидно. Угу. Ну да, правда, элегантно было. Я так как бы оставил, ты так и думаешь. Вообще открытые ворота. И так пыщ. Я поменял себе потасовочную колоду, у тебя есть шанс. У меня сегодня такая замечательная победа была в Хардстоуне, ты не поверишь. Ну да. Я выиграл, там буквально оставался, что следующий ход он меня убьет. И я умудрился его так разыграть, что он сдох. Потому что у него карты кончились. Магнит. У тебя ящик 2-3. Он прокачанный. Только ты меня не возьмешь. Ой, окей, провокационно. Блин, какой я тупой-то. Он такой, я подоспел. Ой, ну это совершенно не было в моих планах, на самом деле.
Окей. Я не хотел получать этот подарочек. Братан, это нечестно было сейчас. В смысле? Ну ты забрал мой подарок. Это мой подарок. Это был мой подарок. Это мой подарок. Это был мой подарок. Мне нравится вот эта карта, она прикольная. Против меня, когда играет, мне она не особо нравится, но мне нравится в целом. Опа, чего? Прикольная карта, да? Понеслось говно. Ну да, как же. Что я очень хочу твою смерть. И тут он не промазал. И тут никто не промазал. Охренеть. Просто охренеть. Просто вот прям слов нет. У тебя такой же хер, как у меня? Да. Приколись. Но он тебе не поможет, у тебя же он всего один. Да? Да, о чем ты думал? В плане всего один. Ну, у тебя всего одна провокация. Я 7 урона тебе наношу. Ну, ты 7 урона наносишь, если ты сейчас пробьешь меня. Сука. Давай, бей ящик, бей ящик. Там подарок. Ну ладно, пока. Да бей ящик. Какой же ты тут все-таки бессердечный. Еще раз. У тебя стрела есть? Окей. Ну ладно, ладно, успокойся. Я рад, что у тебя стрела оказалась, ты потратил монетку. Я очень за тебя рад. Он хочет что-нибудь взорвать. Отлично, бра. Просто 10 когда люди в твоей команде не хотят, чтобы ты выиграл, он такой... как же мне так сходить? Опа, чё? Как помочь тебе набрать две карты в самом начале игры? Да. Сука, это было что-то с чем-то. Ну, это неплохо. Давай он выйдет. Ох, ты ж ёбаный. У тебя мина в руке, типа. Ага, какое веселье. Было неприятно сейчас. Сука. Сука. Просто, бля, сумасшедший. Пиздец. Делать, что ли, тебе нечего, бля? Ой, бля. Я просто расстроился. Думаешь, подарки на деревьях растут, что ли? Они будут расти на тебе. Ой. Опа-на! Ну ладно. Ну ладно. Тебе нужно благословение? Что-то вас там много слишком. Знаешь, ты никогда не думал, что у вас там что-то слишком много. Сожжешь всех? Ох ты ж, ёптать, как тебе прям повезло-то, а? Да вот вроде, это неожиданно. Да вроде просто все нормально. Неплохо. Случайные было. Противники. Упс, очень неприятно, что один из них был ты. Вот это да, разменять овцу на эту легендарку было неплохо. Ух ты, какой знакомый человек. Слушай, я его знаю. Да, я тоже его знаю. А, даже не знаю, что с тобой делать. Ах, да. Ах, как она. Убил этого чувачка. Ну, молодец, молодец. Гордись собой. Да мне-то... особо делать нечего. Один урон, блять. Вы серьезно? Че за хуйня? Че за хуйня? Один урон? What the fuck? Я не знаю, мне просто хочется твоей смерти, если честно. Че, летальный удар прям за этот ход. Ой, ну ты просто достал уже, честное слово.
Ну да, как же. Блять. Я не могу удержаться. Ты просто задрал в конец этим говном. Не, у меня сегодня не день рождения. Ну, я опасно играл несколько раз. И кажется, это начинает сказываться. Я понял. Я понял. Намек. Типа, думаешь, ты думаешь, тебя пронесло? Ну, не знаю. Пока не знаю. Могло быть пока хуже. И у тебя сейчас такая общая казнь, да? На всех. Ну, было бы хорошо, но, к сожалению, нет. Понятно. Три чародейских стрелы. Ну-ка. Получишь? Нет, не получил. Ох, бля. Получил. Таки получил. Ну, не знаю. Я не знаю. Я даже не схватил. Ну окей. Не хватило ни одной маны, чтобы тебя выиграть. Ну чё уж, не надо растягивать. Если растягиваешь, я сдамся. Ну подожди, я не растягиваю, я просто хочу подарок свой получить. Хорошая карта вот эта, она что-то мне вроде не выпадает, или я ее как-то не замечаю. Ох, вау, ты сдох. Сука, что? Понимаешь, что ты стал растягивать, и я тебя закопал в твою колоду. Ай, твою я закопал туда ловушку из-за того, что ты стал растягивать. Да что это было вообще? Ты проиграл. Разве это не замечательно, скажи? Сука. Падло, давай последний раз. Чё за говно, я же выиграл. Сука, надо было героя Штормград ставить. Какого хрена я достал такой раз? Такое даже не придумаешь. Даже захочешь, так не сделаешь. Сука. Но мне понравилось, я тебе скажу. Настя, мне понравилось. Мне понравилось, это было зачетненько. Бля. Да, это точно идет на YouTube. Забыл тебя сразу убивать. Ну что это вообще? Ну. Все, больше я не повторю этих ошибок. Да что ты больше не будешь так близок к победе. Вызвал пидорас. Заебал. Ладно, это даже невозможный ход. По идее, у тебя провокация, как я бью тебя в лицо вообще. Я не знаю. Как это работает? Блять. На, блять. На, сука. На тебе вон туда вот ее. Че ты там ловушку это замешал? Угу. Ты думаешь, я успею на ней взорваться? Ага. Ага. Ну ладно, давай. Ага. Сука. Мы должны очистить солнечный колодец. Ну почисти свой солнечный колодец. Проверим, есть ли антимагия. Нету антимагии. Походу нету. Опс, бля, что я сделал с игрой? Опс, 5 сек, у меня, похоже, игра как-то... у меня разрешение тут поехало. Поехалось. Ага. Ну как мне... Мы переигрываем эту игру, уже сразу тебе говорю. Мне не нравится эта хуйня. Почему? Ну потому что, блядь, магия на магии, а у меня просто карт нету. У меня, если честно, карт больше, чем мне нужно уже. Угу.
То есть реально эта карта сожжется сейчас. Да нахуй ты ее так долго выбираешь? Потому что я понимаю, что я сделал ошибку. Ну наконец-то. Да мне уже похуй, если честно. Я уже понял. А он же вроде как у меня, я вообще сдох же. Чё у тебя щит-то сработал? Ну когда атакуют мое существо, типа. А твоя надежда тебе... А было бы прикольно, если бы у меня было так много карт, что твой, типа, этот говноед, он просто сжёгся бы. Да, но в игре произошел разрыв соединения, идет подключение. А, окей. Интернета надо чинить. Но я выиграл бы тебя все равно. Нет, ты еще не выиграл. У тебя там всего 5 этих. Я подключился. Окей. Жалко. Ну почему игра не продолжается? Ну ты вроде как... Я жду твоего хода. Невозможно повторно подключиться, чё? Я же подключился, ёбана. Продолжение игры, заебись. Ой, блядь, нахуя я пришел? Так ты успел идти по тому, как ты проиграл? Да. Я-то думал, всё как... Спасибо. Спасибо. Дружище. Если Своти специально зашел на стрим. Но я не думаю, что Своти будет подглядывать. Не, я не такой. Сказал ты подглядывай. Стой, что там у него за карты? А, ну все нормально. Знаешь, у меня сейчас появился соблазн сделать, так что я не буду. Бля, да ты нас задрал просто с этим говном, вот честно, у меня слов нет. Насколько ты уже раздражаешься этим дерьмом. Блять, иди нахуй отсюда. Просто. На самом деле, я плохой ход сделал. А, нет, нормально. Да, ты, в принципе, ты спас мой ход. Потому что он был говном, пусть. Ох ты, неожиданно. Ну, короче, он вернулся. Сука, я сказал, иди нахуй отсюда. Заебал, блядь. Просто, блядь, заебал, блядь. Иди нахуй отсюда. Ой. И вот раз ты добился, так я такой... И сам не возвращался. Просто уже заебал этот дед, честное слово. А что если он еще раз он выпадет? А что ты будешь делать тогда? Да я уже заебался просто, не знаю, что делать. Я вот искренне уже... Да бля, серьезно, что ли? Три раза подряд этот говноед. Сколько можно, блядь, он тупой, блядь, этот пидорас. Сука, как же меня это достало. Нет. Просто, блядь, смотришь на вот этого, вот на вот этого, да? Вот на него смотришь, и на него, и на него. И вот он говорит этому, типа, пизда. Понимаешь? Ну, во-первых. Блядь, да. Ага! Ага, нет, да, ага. Получи по наковальне. Бля, ну ты задрал, ну чё ты делаешь, ты ебаный блядь. Это называется магия. Ой, блядь, ну блядь, ну чё это, ну это нечестно. Почему он тебе выпал? У меня вся колода состоит из долбанных заклинаний. Он тебе выпал. Три раза, сука, подряд. This is kind of magic. Просто, блядь. Сука, ага. Эти фаерболы, их, блядь, не остановить. Ну это пиздец, это просто пиздец. Это вот, чего, блядь, за тактика-то такая? Кто ее, блядь, придумал-то вообще? В принципе, я даже уже хотел бы, чтобы ты его убил, потому что он мне заебал. Думаешь, я, блядь, не хочу? У меня слишком много карт уже. Я такой, не, мне хватит. Я уже все. Нравится, как он каждый раз говорит, ага, как бы два раза больше еще бесит этим одновременно. Это такой, сука. Иди, блядь, обратно. А ему некуда. Вот и все, блядь. Он просто уничтожился. Он просто как терминатор, так пыщ. Его нету больше. Держись сзади. Что-то у тебя там много карт.
Не много ли у тебя карт? Нет. У тебя много карт. Ну да, блядь. Да, сука, слушай, я не смогу. Если что-то работает, зачем что-то менять? Ну это, блядь, это тактика, это ж пиздец. О, это с рывком хера, это я помню, да. Он меня заебал, когда против меня один чувак. Это же он тебе выпал, да? Да. Вот этот, он одному чуваку, у него 3 копии было этой хуйни. И он просто выкладывал их и выкладывал. Я такой, как это вообще, чё за... Мы, у него вообще за всю игру ни разу не выпадал этот хер. Вот сколько вот мы уже игр сыграли. Он мне ни разу его не было в выборе. Ну да, но ты все равно проиграл. Ты можешь как бы наслаждаться моментом, но... Я бы тебе сказал, типа, я не промахнусь. Я не промахнусь. Сука, давай еще раз, честно. Просто я заебался, что тебе это говно приходит, а мне нет. Последний раз, самый последний. Твоя магия тебя не спасет. Ну да. Че ты сделал? Не понял. Че, блядь? Че прикол-то? Это нечестно. Сука. Я решил, что ты не получишь мой подарок больше. Иди свои подарки трогай. Человек, которому вы пытаетесь позвонить, временно недоступен. Да, похоже, да. Ну и нахуя вот это вот, а, блядь? Ты проиграл. Ну потому что я вышел, и ты такой, оп-оп-оп-оп, и все. Я даже тебя не добил, ты просто проиграл. Я тебе проиграл, скажи, я выиграл. Как ты себя чувствуешь? Да заебись, четко. Если кто-то пропустил ролик на канале по Звездным Войнам или ролик на канале про Хардстоун, то заходите, посмотрите. А, пока что на этом все. Пока мы пойдем спать. Да? Угу. Не будешь пить еба на ворот. Нет. Зато у меня зуб прошел. Ну да. Тебе от этого легче? Очень. Ты сделал мой вечер, ты сделал мою ночь. Всегда пожалуйста. У меня ничего теперь не болит, ни голова, ни зуб. Всегда пожалуйста.